работали, такие пароходы, такие лодки выпускали. Все для, помогали для войны. Мои родители здесь, отец города строил, строитель был. Они в 32-м году приехали сюда. Ну как-то это хорошо. Трудовой славы, это отлично. Я рада просто всем быть. Ну, присвоили, присвоили. Ничего от этого не изменится, я так думаю. Ну, как вы относитесь к тому, что город Комсомольск-на-Амуре теперь город трудовой доблести? Мне все равно нужно. Ну, честно говоря, очень сложно мне ответить на этот вопрос. Почему? Потому что что за этим дальше следует? Чем для нас это обернется, для нас горожан? Что мы наблюдаем сейчас, в последнее время, это просто вот... Как из фильмов ужасов. Я хожу по улицам, я хожу с внуками, мне просто за них обидно, что эти дети видят. Они не видят этой красоты. Какие-то маленькие оазисы, вкрапления, совсем небольшие. То есть в мое детство я видела шикарные парки, благоустроенные, были клумбы засаженцы до цветами. Даже дети мои захватили еще этот период, а внуки же этого не видят. Вот за них обидно. Потом наш дворец Звелка. Сколько тоже у нас с ним связано. Я туда детей водила в студии танцевальные, кружки. У меня ребенок пел, младший тоже ходил в этот коллектив акварельки. Сейчас всего этого же нету. Сцена, которая была самая лучшая сцена, вот, акустическая там была система, самая хорошая в городе у нас, да, ее тоже нету. Сколько лет прошло, как сгорела сцена, сгорела крыша, и до сих пор все это не восстановлено. Конечно, очень обидно все это наблюдать. Почему люди не уезжают отсюда? Я смотрю, у меня очень моих знакомых много, родных, они уехали наши. И на фоне всего этого присваивать. Да, просто звание. Как-то абсурдно, я считаю, вообще. Все. В принципе, ничего такого. Присвоили, присвоили, бывает. А вы? То же самое. Не знаю, уже ничего она не даст. Ну, как бы будет мне, будет город еще какое-то звание, ну да. Ничего плохого в этом нет, но ничего хорошего тоже не сулит. К тому же, вон, были президентским вниманием. Набережную разобрали, сколько уже туда денег, средств вбухано, и ничего нигде. С ребенком погулять негде, вообще ничего никак. Ну, как бы все обыденно. Все вот городом трудовой доблести, вот как вы к этому относитесь? Наверное, положительно, раз какое-то звание присвоили городу. А вы? Я тоже так думаю. Почему нет? Красивый город, значит, он заслуживает этого. Почему нет? Только так. Служу. И все. А что еще? Как что? Что еще можно сказать? Ну, может быть, вы испытываете радость там или... Да? Положительное, конечно. Потому что, что же, город все равно как-то развивается, и люди у нас не ленивые, я бы сказала. Он достоин, наш город, этого звания. Потому что мы здесь, считай, выросли. И работали. И работали. И всю жизнь живем здесь. Конечно, мы одобряем. Я считаю, что вполне заслуженно, потому что наш город всегда был промышленным, у него много процветающих есть, немало предприятий, заводов. А люди у нас трудолюбивые, всегда были, есть. Дай Бог, всегда такими и будут. Мы очень рады за наш город и считаю, на самом деле, что заслуженно. Эта награда присвоена, так как и заводов у нас много, да, то есть мы по всей России и за рубеж отправляем самолеты, корабли. В общем, я полностью согласна и очень рада, и горжусь этим. Точно быть здорова.